Дан старт второго международного конкурса детских фотографий «В объятиях природы». Участие в нем могут принять дети в возрасте от 14 до 17 лет, проживающие в городах расположения российских атомных станций. На фотографиях участников должна быть изображена красота городской и дикой природы, флоры и фауны территорий, расположенных в непосредственной близости от атомных станций. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте администрации Десногорска.